Всем привет! Я продолжаю играть в игру Merge Dragons – Соедини драконов. И сегодня у нас среда, когда мы получаем все призы и награды за прошедшую неделю, получаем сундук логова и соединяем дракончиков, проходим дальше уровни. Такая вот каждонедельная среда. Теперь лагерь у нас загружается очень долго. Версия 10.11.2. Так, ждем. Кстати, на прошлой неделе я забыла сундук логова открыть. Он у меня так и остался стоять в моем лагере. Надеюсь, в этот раз все будет в порядке. Мы ничего с вами не забудем. Итак, вот. Сундучок наш горит. Я в лагере сделала небольшую перестройку. У меня теперь освободилась куча земли. Как вы видите, вот сколько свободной территории. И так. Вот давай тебя мы сфотографируем как раз для нашей заставочки. Не получилось. Сейчас попробую еще раз. Стой, не улетай, пожалуйста. Вот так. О, красавчик какой. Итак, заходим в логово. Сундук логова готов. 5 уровня получаем. Отправлена награда в лагерь. И вот он теперь вот один. И вот с прошлой недели так и остался у нас неоткрытый. Ну что ж, с чего мы начнем? На этой неделе, в выходные, было событие, которое называлось «Сборище призраков». Абсолютно новое событие с новыми дракончиками. Давайте начнем получать призы и награды с этого события. Итак, первое вот. Это за звездочки, за то, что я все 10 звезд выполнила в этом событии. Так, отлично, пускай даст мне яйцо, родничок. Я пока гнездо с яйцами совенка грифона открою. Вот, уже 5 яиц, 6 яиц, одно яйцо останется. Так, ну ты мне дашь сегодня яйцо или больше? О, спасибо. И поставлю родничок сюда, к остальным родничкам. Так, яйцо. Следующий приз. Вот это дерево. Мне уже деревья Мидаса не нужны. Могу их смело соединять. Пускай они у меня тут собираются. Накопится, так накопится. Вот такая вот интересная призрачная линза, которая дает яйца. Ой, стадионного дракончика случайно соединила. Останется тогда яйцо у меня стадионного дракончика. Что нам дает эта линза? Призрачную музыкальную шкатулку 1 уровня. Так, если на нее нажмем, тут, как обычно, либо будет молодое драконовое дерево 3 уровня, либо сверка. Ну что ж, еще один предмет в нашу копилочку оставляем здесь на территории. Вот так примерно. Здесь у меня все предметы с событий. Так, дальше. Это у нас гнезда с таинственными яйцами. Так, вот у меня, смотрю, здесь выскочило травяного дракончика яйцо. Так, места теперь у меня много, так хорошо, вольготно в лагере, классно. Еще как деревья соберу цветочные, вообще будет супер. Так, только это случится очень даже не скоро. Я посмотрела, мне еще очень много над этим нужно работать. Вот яйцо горгульи, кстати, меня кто-то спрашивал, где же еще можно яйцо горгульи добыть? Вот, пожалуйста, здесь иногда выскакивает. Так. Это событие сборища призраков я прошла полностью, поэтому у меня полный комплект наград, потому что у меня прокачан до 16 уровня портал событий. О, яйцо уточки дали. Смотрите, какое разнообразие. Потом буду эти яйца все собирать, смотреть. Так. Вот так. И вот так. Одно, так. О, 2 таких яйца осталось. Сейчас я посмотрю, может быть, у меня здесь еще есть. Нет, именно таких пока нету. Так, ну что ж, разбираем дальше. Вот такие вот новые супер яйца призрачного дракончика. И получаем в лагерь наконец-таки вот таких призрачных дракошечек. Я вот разбираю все призы и награды
события именно по средам, потому что они засчитываются, видите, в копилочку сундука логова. Нужно минимум 50 очков набрать, чтобы претендовать на сундук на следующую неделю. Как я вижу, у нас уже Лана набрала 7765 очков и практически сделала нам сундук уже 4 уровня. Еще осталось нам чуть-чуть поработать и соберем сундук 5 уровня на следующую неделю. Я вот тоже присоединяюсь и в этом вам помогаю. Так, еще у меня тут яйца выскочили из сундука. Есть. Все потихонечку делаем. Так. Следующая награда события. Ой, это не награда события. Это у меня с уровней. Вот звездочка у меня тут получила я. Сейчас теперь звезды я складываю вот сюда. Уже вторая. Теперь за самоцветы буду покупать. Буду покупать теперь деревья. Вот эти вот цветочные, различные. Осталось у меня вот эта цепочка радужная сделать, радугу сделать, чудо. Вот к нему и буду стремиться теперь. Так, видите, пока я с вами разговариваю, тут у меня куча цветочков создается. Дальше, следующий приз. Вот, это такие у меня племенные дракончики. Сундук выскочил. Племенные дракошки. Вот гнезда с яйцами дракона-лепрекончика. Смотрите, в первом гнезде 7 цветов. И во втором гнезде... О, всего 13. Значит, у меня получается 7,6. Есть. Следующий приз. Ба-бамс. О, вот такие призрачные дракончики-малыши еще. Будем их совмещать. Вот драконы 4 уровня. Страшный призрачный дракон. Можете на них посмотреть. Это как раз новые драконы. Только на прошлой неделе появились. Дерево драконовое. Мне оно не нужно, я его продаю. И драконы-лепрекончики. Как вы знаете, сейчас в данный момент, вот вчера вечером началось событие давным-давно. Я его проходить не буду, потому что я такое же событие проходила. И призов здесь новеньких таких особо нету для меня. Уже все такие призы у меня есть. Поэтому я только первые 3 приза вот взяла. Для Аркадия мне сундуки были очень важны. Вот гнезда. И я не буду. Кто хочет проходить это событие давным-давно, можете посмотреть на моем канале, как его пройти. Инструкция вся есть. Просто сейчас середина недели, очень много работы. Я просто-напросто не успею еще столько времени посвятить игре. Так. Вот, как раз вот эти 2 приза, вот, с этого события я их сразу давайте и заберу. Это яйца сказочного дракончика и еще 2 гнезда с яйцами нового призрачного дракошки. Так, 5, 7 в первом гнезде и во втором сейчас посмотрим, сколько. 13, 5, 6, значит. Ну, хорошо. Ровное количество делится. Теперь дальше. Что же еще? Вот я до сих пор все пытаюсь сделать задачу, выполнить задачу, получить серебряного дракончика из ранга серебряных, но у меня никак не получалось. Вот опять бронзовый. Ну, уже петуния, хотя бы петуния. Хотя бы петуния выпала. Никак не получается у меня пройти дальше. И выполнить задание. Это опять открывается долго лагерь. Теперь так каждый раз он грузится. Ну что же сделаешь? Тут мы ничего поделать не можем. Знаете, можно перехотеть играть в игру, пока она загрузится. Если надо было что-то быстренько зайти и сделать, например, собрать пыльных кроликов быстренько и опять заниматься своими делами, то можно не дождаться загрузки лагеря. Ну. О, наконец-таки. Вот, что я хотела вам показать. Вот, видите, у меня
результат разведения ранга дракона в серебро. И никак, вот застряла, никак не получается это сделать. Ну ладно, вот питунчик. Добро пожаловать в мой лагерь. Вот у меня получилось создать простого зеленого дракончика, еще космического, еще зелененького, еще вот такого вот красивого пятнистого. Дело в том, что я не могу скрещивать вот эти вот, разводить вот эти простыми кристаллами. Мне нужно сначала создать кристаллы следующего уровня, иначе у меня только яйца получатся, а мне именно задание дракона получить. Поэтому вот такой процесс долгий получается довольно-таки, можно так сказать. Ну что ж, это я получила всё. Все получила. Давайте откроем наконец-таки сундуки логова, который в прошлый раз я забыла открыть. Итак, что у нас в сундуке логова? В обычном гнездо с яйцами дракона логова, 16 случайных яиц и 6 случайных предметов. Открываем первый сундук. Так, сразу деревья убираю, они мне не нужны. Спасибо, все лишнее. Вот цветочек надо. Вот, цветочек двойной нужен. Это я как раз таки собираю, к сожалению, самоцветики у меня закончились, два остались. Так, вот гнездо драконьего логова и грибы эти тоже мне не нужны. Ну вот такие яйца, посмотрите, хорошие выпали. Так, и открываю сразу второй сундук. Видите, как можно хорошо разжиться вот яйцами. И второй открываем, опять деревья. Пруд, который мне теперь тоже уже не нужен. Цветы мне только нужны. Цветы, спасибо, кустики. Вот можно посмотреть, видите, вот два таких яйца. Два таких. Вот такой у меня, кстати, вот принцессы, дракона-принцессы уже было одно яйцо на поле, я помню. Вот как раз-таки принцесску могу получить. Потом я посмотрю, что у меня на складе. И, кстати, смотрите, яйцо призрачного дракона выпало. Новенькие тоже выпадают. Видите? Между прочим, вот кукольные тоже, вот парочка. Хорошо, что по парочкам выпало. Так, грибочек тоже мне не нужен, уберу его сразу. Посмотрим, сколько у нас тут яиц. Вот дракона логова выпадет. В первом 5 гнезда. Гриб вот затесался здесь. И, а во втором вообще 3. Ну, здорово, здорово сказала. Потом я посмотрю тут на складе. Может быть, у меня такие яйца есть, и мне можно будет их просто соединить. Видите, сколько тут яиц у меня сверху? Надо будет все проверить. Так, соберем сад цветов. Все потихонечку делать. Что ж только теперь лагерь так долго загружается. Так, стадионного туда яйцо, потом наведу порядок. А теперь я хочу поставить соединение дракона, чтобы мне показывало по 5, и будем соединять с вами яйца. Теперь я вижу, что 95 соединений у меня, но там по 3, поэтому мне снова придется выйти из лагеря. О, божечки ты мой. Заходим в установочки, ставим соединение по 5. И снова загружаем лагерь. Наверное, мне придется сделать редакцию этого видео и вырезать эти моменты загрузки лагеря, то никто не сможет их выдержать и вытерпеть. Это же невозможно. Предметов в лагере у меня стало меньше, а загружаемся дольше. Ну вот, наконец-таки. Итак, сколько тут соединений получается у меня? Вот 22 соединения. Ну что ж, начнем. Смотрим, где по 5 сказочные, первый уровень. Вот так вот, можно на них посмотреть. Так, смотрим дальше. Турум-пум-пум, стадионные, первый уровень. Есть.
Драконы логово, естественно. Я целых два гнезда разобрала. Так, все пока первые уровни. Будет ли у нас гнезда второго класса или прикончики первый уровень? Только новые будут, скорее всего, потому что там дали много драконов. Вот они, призрачные новые. Первый уровень соединяем. И получаем впервые дракона второго уровня. Детеныша призрачного дракона. С драконьей силой 12, выносливость в лагере 6. Есть. Еще первый уровень соединяем. Вот какие они. Еще. Красавчики. Вот они у нас, кстати. Это алмазные даже, не серебряные, а алмазные. Еще пятого, второго уровня соединяем. И получаем впервые призрачного дракона третьего уровня с драконьей силой 45 и выносливость в лагере 8. Вот на них можно посмотреть, где же они. Вот они, пока не улетели. Так. И, естественно, вот четвертого уровня мне дали драконов. И получаем бесплотный дракон. Были призрачные, а теперь бесплотные. Вот такие вот дела. Поздравляю. Вот все-таки есть драконы второго класса. Это благодаря событию. Вот, заберу эти гнезда сюда. И давайте посмотрим, сколько в них яиц. Вот яйцо бесплотного дракона. Такое вот красивенькое. Есть. В первом гнезде 6 яиц. И малыш бесплотного дракона. Был голубенький, стал фиолетовый. Так, вот уже 5. Не теряем. Вот всего 13. 13 это хорошо. Теперь только я не могу соединить. Мне нужно вот сюда пойти, чтобы здесь соединить яйца. Через книгу драконию. И 7 уровня тоже 5 соединим. Получим 2 8-го. Детеныш бесплотного дракона, 1575 драконьей силы и выносливость в лагере 14. Видите, как важно проходить события. Это сразу в драконью силу можно в лагере 1500 добавить два раза. Это почти 3000 сразу. И открыть кучу земель, представляете? Вот так. Так что тем, кто только-только вот проходит, еще вся земля не открыта в лагере, очень важно обращать внимание на события. Так, смотрим дальше. Так, с дерева Аркадии я тоже получила дракончики. Есть. Вот, уже говорит полный. Набрали 50 очков. Все, давайте посмотрим вообще-то. Вот, уже, смотрите, добились. Я набрала 1250 очков уже, да, вместе с вами. И лагерь Шармет набрал 990. И мы уже сундук 5 уровня получили на следующую неделю. На следующей неделе тоже будем получать премиальные яйца. Так, ищем дальше соединение. Пегасики, первый уровень. Есть. Вот они как раз серебряные. Вот пегасика мне надо было получить. Мидасы тоже, кстати, серебряные. Есть. Бабочки тоже из этой же группы. Первый уровень. Мудрые драконы тоже первый уровень. Есть. И второй уровень мудрые собрались. Племенные первый уровень. И второй уровень. Еще второй уровень племенные. Так. Дальше вот новенькие всякие. Вольты, лягушачьи, лилии, питонии. Космический первый уровень. Гаргулия первый уровень. А теперь простые пошли. Алые. Есть. Травяные первый уровень. Похоже, что больше второго класса драконов не будет на этой неделе. Еще каменный первый уровень. Есть. Зелененький первый уровень. Еще первый уровень. Так, 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 еще зелененький показывает. Второй уровень можно соединить. Пятнистый первый уровень. Ой, не сюда случайно.
Еще первый уровень. Еще первый. Второй уровень. Так, колючий теперь. Первый уровень. И рухи остались. Первый уровень. Еще что-то. Теперь второй уровень. Это бронзовое все. Все. На этом все соединения. Ну что, сундук логовый на сей раз не забыла открыть, как в прошлый раз, так и остался у меня на поле. Так и захожу, думаю, о, ну надо же, как так возможно? Потом мне останется только все вот эти яйца красиво отправить наверх, чтобы они у меня все были в порядке. Убрать этот хаос, хотя у меня территория свободная, могут, конечно, и тут находиться какое-то время. Так, ну что ж, давайте пойдем на карту мира. Она тоже у нас постоянно расширяется. И впереди у меня задание 38 на время. 10 минут дается на выполнение этого задания. И обещают малыша дракона бабочке подарить. Ну давайте, 5 кубков надо. Это много, ну ладно. Попробуем пройти. Итак, создать гриб надо. Вот это интересно, подумайте, а? Создать гриб на сей раз. Окей, поехали. Что я вижу? Я вижу яйца, значит, у меня есть мои дракончики. Раз. До второго еще надо добраться. Вот травушка, да. Единственное, что тут есть, это травушка. Кости тут нигде не нужны. Нет, нам надо вытаскивать. Вот я вижу. Стоп. Раз, два. И смотрю, у меня тут еще и тучи. И тучи. Давайте вот здесь вытащу. Вот так вот. Так, 50 целых надо, чтобы от грибов избавиться. А, вот тут у меня вот были вот цветочки. Цветочки надо тоже достать. Так, тучи это хорошо. Тучи это ладно. Тучи ростки тоже дают. Вот грибочек я вижу. Вот, освобожу сейчас второго дракончика. Вот, второго дракончика. И нам нужно кучу грибов собирать. Тучи, тучи, летите, тучки. Это хорошо. Видите, росточек дал как раз-таки. Сейчас попробую что-нибудь открыть, посмотрю, сколько. Так, вот вижу, сюда подходит у меня. Вот здесь могу соединить. Вот, есть. Что такое? Одну только лужицу дала. Мне надо много лужиц. Мне нужно, значит, добраться вот сюда. Мне нужно сюда добраться до вот этой тучки, иначе мне лужицы много я не получу. О, смотрите, что я нашла. Могу цветочку получить. И давайте. Так, сейчас так. Вот, потихонечку я сюда пробираюсь. Так, один грибок у меня такой есть. Если у меня тучи будут так мало ходить, у меня тут дело тогда продвигаться не будет. Вот, один росточек вижу. Так, еще один росточек есть. Так, что я хотела? Я хотела добраться вот сюда. Вот. Так, грибочек один сделала. Это хорошо. Один такой грибочек. Мне надо вот эту тучку открыть. Всего 4. О-о-о. А тучи как люди. Так, вот сюда. Вот, а вот это нигде нельзя достать. Надо еще одну такую сделать мне. Так, сейчас. Грибочки, потерпите. Так. А, он хочет на гриб. Можно заработать грибочек, да? Будет. Вот, спасибо. Да, молодец. Вот, один такой. Так. И есть. Еще мне тучи нужны. Сейчас я достану. Вот. Смотрите, наконец-таки. Вот здесь у меня будет теперь туч куча. Вот, потому что мне нужно, пока не пророс гриб, вот эту еще добыть такую вот раз. Смотрите, два. Во, я успела соединить. И вот так. Бамс. Во. Это я вытащила. Теперь мне грибы нужны. А грибы тоже мне тучи пригодятся, потому что грибы прорастают вот здесь. Так, красный грибочек я могу уже вытащить. Бабамс. Так, теперь мне мешает вот эта лужа. Хорошо, я поняла идею. Так, откуда у меня тут
цветы. Так, давайте, давайте. Мне нужно еще убрать эту лужу, она мне тут мешается. Так, чтобы это сделать, мне тоже нужно еще туч. О, спасибо, видите, зарабатывает мне дракончик тоже тучки. Вот так, одна, еще одну такую мне надо. Вот, заодно могу вот цветы позарабатывать. Вот, спасибо за помощь. Вот так. Ой-ой-ой. Вот, спасибо. Мне нужно еще одну такую сделать. Вот, раз, раз. Вот, вытащу. Теперь вот я могу грибочек. Подамс. Вот, подамс. И подамс. Ну что, за сколько я прошла этот уровень? За 5 минуточек, по-моему. Сейчас посмотрим. Вот еще открыточки. Ну вот, за 4 минуты и 30 секунд я смогла пройти. Продолжить. Так что все в порядке за 4 минутки. И в следующий раз мне дадут уже 6 минут 40 секунд, чтобы пройти. И можно будет уже получить детеныша дракона бабочки с драконьей силой 4 следующего уровня, да, для тех, кто желает. А дальше у меня зеркальный пруд 6 будет. 3 кубка надо, чтобы в него играть. Оставим его уже тогда на следующий раз. И смотрите, что я нашла. А здесь находится зеркальный пруд под знаком вопроса. Это секретная комната. Так что в следующий раз, наверное, возьмем этот и этот. 2 комнаты вместе попробуем. Потому что как раз-таки мне хватит тогда кубков, чтобы тот и тот уровень взять. Вот такое получилось видео в эту среду. Всем до следующих встреч. До свидания. Всем пока-пока.